Приветствую вас на канале «Готовим дома», с вами я, Оксана Пашко. Сегодня мы приготовим очень ароматную, вкусную закуску из помидоров. Готовится она очень быстро, буквально 5 минут, а для ее приготовления нам понадобится 5 помидоров, небольшой пучок петрушки, чеснок, перец, 3 столовые ложки подсолнечного масла, 1 столовая ложка яблочного уксуса. Уксус можно заменить обычным столовым 9% уксусом. 1 столовая ложка дижонской горчицы в зернах, пол чайной ложки сахара, пол чайной ложки соли. Сначала подготавливаем помидоры. Нарезаем их кружочками толщиной примерно 1 см. Больше всего для закуски подходят помидоры среднего размера с плотной мякотью. Теперь займемся маринадом. Нарезаем пучок петрушки. К порезанной петрушке добавляем соль, сахар, горчицу. Выдавливаем 2 зубчика чеснока через пресс. Добавляем черный молотый перец и сюда же выливаем уксус и растительное масло. Маринад хорошо перемешиваем. Берем порезанные помидоры и каждый из кружочков с одной стороны обмазываем маринадом. Помидоры ставим в емкость, которую можно накрыть, так как маринад имеет запах, который может распространиться по холодильнику. С таким маринадом помидоры ставим в холодильник буквально на 20 минут, для того, чтобы они хорошо промариновались. Не меньше, чем через 20 минут помидоры достаем из холодильника и подаем на стол. Вот такие красивые, ароматные, с приятным кисло-сладким вкусом получились помидоры. Такую закуску можно готовить каждый день, и на праздничном столе она тоже будет смотреться красиво. Тем более ее готовить буквально 5 минут. Порадуйте себя и своих любимых и близких такой приятной закуской. Если вам тоже нравятся помидоры, обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал и до скорой встречи в новых видео!